сделал все возможное, чтобы мы были врагами. Зародило в нас зерно недоверия и страха. Совсем как раньше, брат. Сидим вместе, никакого уединения и жажда башку друг друга оторвать. Крысы в клетках. Мать зовет нас к себе, чтобы мы могли насладиться этим моментом, разделить ее власть, а ты хочешь остановить ее. У нас ведь есть выбор, понимаешь? Мы должны все обдумать. Мы же родня. Этого я и боялась. Всплески энергии нарушают работу систем навигации, шаттлы терпят крушение. Я постараюсь приземлиться на мосту портового управления. Дальше тебе придется идти пешком. Извини, но больше я ничего не могу сделать. Это наш шанс, брат. Сейчас мы должны объединить наши силы. Если ты настроен против меня, что ж... Нехорошо это, убивать брата, но ведь ты и так об этом знаешь, правда? А слабо повторить... Не готовиться к удару! Сложная будет поездка. Это должно быть очень больно, брат.
Ты, кажется, ткнул палкой в муравейник. Thank you.
место. Система навигации и оружие готовы. Протоколы безопасности отключены. Вам дается разрешение открывать огонь по любой вражеской цели.
меня на позиции. Мы в западной части над целью. Вижу цель! Открыть огонь! Активно. Срочно нужна поддержка. Там наружен противник. Справа! У нас вражеский объект. Так, убери! Застрели! Не ко мне! Нет! Всем наземным войскам доступна поддержка бронеботов. Отправляем группу Янки. Разрешение Джордж Юниформс 1502. Индия 3-7 приближается. Очисти зону высадки. Быстрее! Занять отсечные позиции! Противник приближается! Ты
пришли. Все идет превосходно.